Сессия законодательного собрания началась с минуты молчания в память о жертвах аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 30 лет назад, 26 апреля. Затем депутатам представили нового представителя губернатора Севастополя в парламенте Вадима Васильевича Колесниченко. И депутатский корпус в составе 23 человек приступил к рассмотрению повестки дня. 20-минутный отчет руководителя управления охраны объектов культурного наследия Дениса Сергеевича Проценко получил положительную оценку депутатов. Работа проделана. Сделано немалое, учитывая то, что профильный департамент был преобразован в феврале 2016 года. Кадровые изменения произошли после того, как законодательное собрание признало деятельность ведомства неудовлетворительной. Фактически новый коллектив под руководством Дениса Проценко приступил к работе 14 марта. В настоящее время управление осуществляет процедуру подготовки и утверждения охранных обязательств на объекты культурного наследия федерального значения. Согласно законодательству, информация об этом будет представлена на официальном сайте правительства города. На сегодняшний день уже опубликованы 2 охранных обязательства. Вчера мы подписали 3-е, и сейчас у нас на очереди еще подготавливается 64. Вообще в процессе своей деятельности мы должны будем подготовить и утвердить охранные обязательства на все 2174 объекта культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя. Ну и, соответственно, те объекты, которые в процессе своей деятельности и с вашей помощью мы будем выявлять. В планах этого года паспортизация 228 объектов культурного наследия и выявление неучтенных ранее памятников. Денис Проценко подчеркнул, реставрации в первую очередь будут подлежать объекты исторического наследия города, а также памятники культурного наследия, ставшие темами проблемных репортажей в средствах массовой информации. За паспортизированными объектами будут установлены границы и определены законные владельцы. В 73-м законе нет такого понятия, как бесхозный объект. Да? Все объекты должны иметь своего либо собственника, либо пользователя, для того, чтобы мы могли проводить процедуру оформления документации и, соответственно, самих работ по сохранению объектов. При управлении создан научно-методический экспертный совет, председатель Юрий Вадимович Падалко. И по поручению президента России организована работа по созданию межведомственной рабочей группы по пресечению противодействия и нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия. В течение часа Денис Проценко отвечал на вопросы депутатов. Татьяну Георгиевну Лобач беспокоила судьба кинотеатра «Родина» в Балаклаве. То, что этот объект будет сохранен, это точно, потому что по законодательству у нас нет возможности уничтожения объектов культурного наследия, да, за это предусмотрена уголовная ответственность. И насколько мне известно, департамент культуры города Севастополя сейчас ведет работу по поиску инвестора для восстановления этого объекта как кинотеатра в целом и, соответственно, проведения ремонтно-реставрационных, да, если быть точнее, даже восстановительных работ как объекта культурного наследия. Игорь Соловьев попросил сообщить о результатах проверки стройки на мысе Херсонес, в результате которой была повреждена хура. Депутатов и активистов Общероссийского народного фронта на объект не пустили. Так как объект военный, мы туда не могли очень долго пройти. Только лишь с помощью военного прокурора, обратившись к нему, нам был обеспечен доступ, в очень ограниченному кругу лиц. Только лишь тем, кто непосредственно по должностным обязанностям занимается надзором. Фотографировать нам не разрешили на объект, документация нам никакая не была представлена. Но то, что мы составили, то, что мы увидели вживую, да, и составили акт осмотра, это котлован размером 250 на 250 метров, 2 метра глубиной и залита уже бетонная плита. Мы сейчас сделали запрос в Херсонес Таврический, потому что на предполагаемом месте расположена античная усадьба, это объект федерального значения. Ну и, соответственно, мы предполагаем, что этот объект уничтожен. Тогда мы выехали на место вот, с Григорием Григорьевичем Донцом, это представитель штаба Народного фронта Севастополя. И обнаружили там, как бы, действительно, что построен вырыт котлован, залито бетонное основание, и, значит, рядом там еще ведутся земляные работы. И прямо в отвале грунта мы обнаружили керамические там черепки. Но в целом пока говорить можно о следующем. Скорее всего, одна из усадеб, усадьба 42-я, по-моему, не существует больше. Ее больше не существует. Очень важно, чтобы территория вот нашего мыса Херсонес была исследована подробно, прежде чем там выполнялись бы какие-то необдуманные строительные работы.
Депутат Вячеслав Николаевич Горелов поинтересовался правомерностью строительства высотного жилого дома на улице Ластовой, перекрывающего вид на Малахов курган с моря и городского холма. Действительно, то здание, которое на сегодняшний день строится, оно нарушает предмет охраны, видовые композиции с этих точек. В настоящий момент мы отправили материалы в Архнадзор, департамент архитектуры, для того, чтобы нам предоставили материалы, на основании чего строится это здание, помещение. Как только мы получим ответ, мы его еще не получили, но по срокам еще пару недель у нас есть, мы находимся в режиме ожидания. Мы проанализируем эти материалы, и тогда уже, соответственно, будем советоваться с прокуратурой о принятии дальнейших мер. Вячеслав Горелов предложил новому руководителю в вопросах охраны культурного наследия перейти от обороны к активным наступательным действиям. А депутат Алексей Михайлович Чалый порекомендовал управлению не жить по остаточному принципу, а формировать бюджет самостоятельно и отстаивать его. Алексей Чалый не только дал совет, но и предложил свою помощь. В августе, в сентябре 2015 года в распоряжении президента Российской Федерации создана комиссия по охране и развитию историко-культурного наследия Севастополя и Крыма. Я надеюсь, что вы в курсе, что такая комиссия создана. Руководит ее непосредственно Володин Вячеслав Викторович. То есть уровень, как вы понимаете, предельный для нашей страны. Как член этой комиссии готов выразить готовность оказать вам поддержку в случае, если вы подготовите нормальную госпрограмму с нормальным обоснованием. Она не должна быть, с одной стороны, реалистичной, с другой стороны, амбициозной. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Сев информбюро.